Президент Украины Петр Порошенко обещает немедленно объявить седьмую волну мобилизации в случае обострения ситуации на Донбассе. Но пока потребности в этом нет, сообщает информационное агентство «Сегодня.UA». При этом глава государства заявил, что отказываться полностью от призыва намерений нет. Призывники гарантированно не будут попадать в зону проведения военной операции. Возраст призыва будет увеличен с 18 приблизительно до 20 лет. Это должна быть уже сформировавшаяся личность, сказал президент. Напомним, что последняя шестая волна мобилизации завершилась в августе.